удержанием, пытается заломать его, но нет, его удержание, и снова он возвращается в прежнюю позицию. Так, наш рефери, что делать, и снова борцы, так, они возвращаются в стойку. Так, аплодисменты, аплодисменты, дорогие друзья, аплодисменты нашим рестлерам. Так, они примеряются, примеряются, пытаются еще найти какое-то слабое место вокруг друг друга. И вот, да, попадает на Сайрус, на болевой захват ноги и пытается... Он хватается за канаты! А по правилам, дорогие друзья, если рестлер пытается за канаты, то удержание нужно разбивать. И снова вновь возвращается на исходные позиции. Ну что, нас сегодня немного... Кто за кого болеет? Кто болеет за Сайруса? Так, тем временем наши спортсмены, вот, Сайрус нас побеждает. Барбей пытается прижать его лопатки к рингу, но ему это не удается. Да, и он сам, да, сам попадает в захват, полевой захват. В защиту, вот как мне тут подсказывают. Виктор, может, включите второй микрофон? Помогайте нам не комментировать. Смотрите, Сайрус взял. Одиночный Бостон Краб, но раз не дотягивается до каната. Да, он ухватил. Сейчас мы видим столкновение борьбы кетч разных ее стилей. Японский против европейского. А вот раз немножко прихрамывает, видимо, у него уже какие-то проблемы с ногой, мне кажется. Сайрус неоднократно пытался провести так называемый хилху, то есть захват лодыжки. Так, то есть вот. Сайрус держит Расти в переднем хедлоке. Реверс. Так. Расти перенял инициативу. Это потрясающий матч. А если бы вот фотограф, который стоит передо мной, пошел, был бы гораздо лучше. Спасибо. Тем временем Сайрус перевел инициативу. И он пытается сделать болевой нарку. Ну, не то, что пытается, проводит уже. Так. Он одновременно проводит болевой на локтевой и шейный суставы. И Расти в очередной раз дотягивается до каната. Дорогие друзья, ну что мы молчим? Ну давайте, вы приходите на Расти, чтобы дать волю своим эмоциям. Дайте волю своим эмоциям здесь, в конце концов. Вот я слышу, кто-то кашлянул противоположно. Кашляйте, давайте волю эмоциям, это разные вещи. Давайте покричим, давайте поболеем, в конце концов, рестлеры стараются получить... Сайрус! А вот я слышу, с той стороны кричат «Расти». Вот. Наша и без того небольшая аудитория разделилась на две части. И удержание! Раз, два! Нет, даже второго удара, по-моему, не было. Так. Да, Сайрус держится за гранты, он стоит, опять же, тоже держится за коленом. Виктор, вот мне к тебе вопрос. Ты как сам рестлер, вот как ты прокомментируешь данную ситуацию? Вот как бы тебе матч рестлера? Что бы ты, может быть, сделал, если бы был на месте одного из них? Ну, в данном случае сходятся борцы очень стилистически похожи друг на друга, и поэтому мы видим такое постепенное противостояние. Посмотрите, какую скорость набирает борьба. Вот, Расти проводит болевой на ногу. Причем он фиксирует захват. Сайрус осталось дотянуться до канатов. Немного. Канаты Сайруса поддержали его. Вот он смог вырваться. Все, да, удержание, болевой захват снова разбит. Поддержите его!
Да, конечно, ужасный болевой захват. Самое большое напряжение это на шее. А Сэрос не собирается его отпускать. Я слышу, как это же законит, по-моему, рестлеры поддерживают Расти, чтобы он вырвался. Держит в боковом хэдлоке Сайруса. И борьба. Сайрус снова перехватил инициативу. Рестлинг — это борьба, дорогие друзья. В первую очередь это борьба. Проводит удержание. Да, удержание. Так, раз, два. Было близко, но не то. Все-таки тройки не было. А без трех это не удержание, дорогие друзья. Так. Нет, Сайрус становится на лопатке, а боевой. Ну, единственное, если, конечно, он пожелает сам собираться, но удержания на лопатках не было. Как такового ищет. Ух ты! Расти пытается провести болевой на левый плечевой сустав Сайруса. А я вот слышал, кто там из зала крикнул Сайрус, и тот крикнул. Признавайтесь. Да поддержите же его! Значит, поддерживаем дальше! Это был снова канат. Давай! Итак, прошло чуть больше половины, а борцы продолжают. Соперничать, и никто не хочет выступать друг другу. Так, Сайрус в переднем хэдлоке. О, ловушка. И удержание. Так, Сайрус держит Расти в таком комбинированном захвате ноги и чинлоке. Очень-очень сильно, потому что, как вы понимаете, 8 минут постоянного экшена, постоянных залов, захвата, бросков, это, знаете ли, уже далеко взять не только цена, закалка, воля и сила. До конца этого матча осталось 5 минут. Если ни один из участников не сможет одержать чистую победу, будет засчитана суть ничья. Yeah.
Так, очередной концентрированный выбор Сайруса. Раз ты держит, потащит канат, и в очередной раз борцы разъединяются. До конца его матча осталось 3 минуты! 3, всего лишь 3, дорогие друзья! Да. Совсем немного, совсем чуть-чуть. И снова. Как вы можете видеть, этот матч отличается от каждого рестлинг матча, потому что он называется кетч рестлинг, да, то есть самый боевые, с которой Кимура, полная Кимура от Растинелла. И снова, да, снова боевой захват. И Сайрус, я вот вижу, как ему больно, но отказывается сдаться, просто отказывается. Так, и что же он предпринимает дальше? Мужчины. И давайте еще раз аплодисменты нашим борцам.